Бүгін жаңа үкімет жасақталды. Елбасы бірқатар жарлыққа қол қойды. Енді үкімет жұмысын жаңа құрамда бастайтын болады. Осыған дейін қорғаныс саласын басқарған Иманғали Тасмағамбетов үкімет басшысының орынбасары қызметін атқарады. Ал оның орнына Сәкен Жасұзақов тағайындалды. Жаңа министрді ұжымға таныстыру кезінде президент еліміздің әскери саласы алдында жаңа міндеттер қойды. Я принял решение назначить на высокий пост министра обороны генерал-полковника Жасұзақова Сәкена Алихановича. Он имеет соответствующее капитальное образование для этого, практический опыт в различных видах вооруженных сил и успел послужить в Афганистане несколько лет. И этот боевой опыт тоже очень важен. Надеюсь, он в этом качестве выполнит задачу, которая перед ним ставится, то есть обеспечить боеготовность вооруженных сил нашей страны для защиты Казахстана и его неприкосновенности. Тасмағамбетов Иманғали Нурғалиевич успешно проработал здесь, поставленную мною задачу выполнял четко. Моим указом он назначен заместителем премьер-министра. Уверен, что он и на этом посту, как всегда, будет честно и полностью выполнять поставленные задачи. Хочу поблагодарить Иманғали Нурғалиевича за проведенную работу в министерстве и пожелать ему успеха.